«Женщина, которая поет». Концерт для любимых женщин подготовили ангарские музыканты. В этом году исполняется 40 лет легендарному фильму, главную роль в котором исполнила примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Зрители услышат песни из ее репертуара в исполнении Натальи Лавриненко, Ирины Скакниной, Софии Бутиной, солистов «Виа. Счастливый случай». Но в фильме 10 песен, 10 или 11 песен всего исполняется. Мы так подумали, а зачем замыкаться только на фильме? И решили и все творчество охватить. Ну, конечно, не все охватить, но постараться еще как можно больше. В концерте прозвучат где-то, наверное, около 30 песен. Истинных меломанов, любителей творчества Аллы Пугачевой и просто качественной живой музыки ждут 10 марта в ДК «Нефтехимик» в 17 часов.